На нижней плоскости находились четыре счастья. Из одного из них образовалось море, из второго – золотая ива, из третьего – человеческая форма, из четвертого – огонь. Из человеческой формы произошла эпоха. Из корня золотой ивы она сделала себе сына Бударду и друга Дереву, мифическую птицу Анхаташу-Бу. В море она создала мифическую рыбу Абарк-Загаха. Из огня сделала солнце. Творцом людей называют Бурхана Сампала. Из красной глины, которую птица Ангати достала ему со дна Мирового океана, он слепил первых людей. Из камней сделал им кости. Из воды сделал им кровь. Затем боги Шангибу и Тольтихан бросили жребий, кому из них оживлять людей. Обманом победил Тольтихан. Люди ожили, но их жизнь из-за этого обмана коротка. Yeah.